Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темреза поздравил народ и главу Ингушетии Махмуда Али Калиматова со столетием со дня образования республики. 7 июля 1924 года была образована Ингушская автономная область в составе Российской Федерации. И сегодняшний вековой юбилей установлен указом президента России Владимира Путина. Минувшее столетие стало для братских народов Ингушетии временем побед, сложных испытаний, трудовых и ратных подвигов. Фундаментом развития региона всегда оставались мудрость, крепкий народный дух, патриотизм и трудолюбие жителей региона. Сегодня Ингушетия один из успешно развивающихся регионов России с большим социально-экономическим потенциалом. Мы видим, как активно строится социальная инфраструктура, появляются новые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, растет количество туристов, благоустраиваются территории населенных пунктов республики. Успехи и достижения братской Ингушетии всегда радуют и вызывают уважение. Желаю всем жителям Ингушетии крепкого здоровья, добра и благополучия, дальнейших успехов и новых побед во имя республики и нашей великой страны России, говорится в поздравлении главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.